Что же, всем привет, с вами я, Вантус, это уже 11-я часть прохождения игры Dying Light. Сейчас у нас миссия «Место встречи», я уже в этом доме. Я заспавнился в нем, так, статуэтка зомби. Что тут еще есть, какие-то комиксы. Надо что-то нам, в общем, найти. Ну, в принципе, я вижу только вот одну дверь, поэтому, я думаю, можно зайти. Хотя вот это взлом тоже интересно. Давайте попробуем. Так, чуть-чуть. Так, я понял. И тогда... Так, вот, блин. Ну, взломщик из меня, конечно. Так, еще. Еще чуть ниже. Отлично. Получилось! Так, ну и как обычно у нас тут... Чё, а зачем я отмычки потратил? Ладно. Джейд! Джейд! Что будет со Скорпионом, или вырвать у него жал? Что будет со Скорпионом, если вырвать Troy, у него жал? Трой, это Крейн! Рейс захватил Джейд. Забрал его. Музей, да. Рейс устроил там штаб-квартиру. Крейн, не ходи туда. Это настоящая крепость. Ты окажешься в ловушке. Нет, для ловушки слишком уж... Нарочито. You'll need them.